Я вам честно скажу, даже после первого мяча я совершенно был уверен, что мы забьем один мяч. Ну почему-то мне казалось так. Ну вот то удаление сломало всю игру. Хотя в десятером они играли очень здорово. Ну вообще немножко, в принципе, фэрплей такие были относительные. Мяч задерживали, бросали, там что-то кувыркались. Я понимаю, это, наверное, хитрость и что. И мы бы, наверное, отчасти. Ну вот я бы так не хотел побеждать. Чтобы даже боковые бегали у бровки, мяч отбрасывали, не давали вбрасывать его. Ну, это не оправдывает, конечно. Игра состоит из 90 минут, и надо, конечно, не уповать там на последние минуты. Все так играют, затягивают время. Но в целом я считаю, что удаление незаслуженное. Просто незаслуженное. Ну, дальше по желтой карточке, конечно, в итоге. Это плей-офф, пусть играет, пусть на поле доказывает. Зачем ты создаешь преимущество, ломаешь такую игру? В первом тайме мне немножко и игра как бы не очень впечатлила. Я вам скажу, что мне больше, честно скажу, понравилась игра в десятером. Да, мы играли на грани, ну а что терять, 2-0 или 1. Да, играли практически на грани, это уже такой риска. Ну, появилась самоотдача, появилось вам огромное желание. Ну, конечно, вот то, чего, может быть, в первом тайме не хватило немножко. Или в концовке у нас в Москве. Как вы думаете, Фарт любит... сборная будет сильно меняться? Ну, я думаю, это уже прерогатива главного тренера. У него есть свои оценки, я думаю. Мы никогда не вмешивались в отбор футболистов. Ну, думаю, что частичные какие-то изменения будут. Мой контракт заключен до июня 2010 года. Я пока не принял решение о его продлении.